В Москве во время спецоперации сотрудниками МВД и ФСБ пресечена деятельность международной религиозной организации партии «Исламского возрождения». Члены, запрещенные на территории Российской Федерации организации, вели активную вербовочную деятельность в мечетях столицы, одновременно занимаясь распространением экстремистской литературы и вовлечением новых граждан в противоправную деятельность. В ходе спецоперации задержано 6 активистов. Во время обыска у них изъято 9 боевых гранат, оружие, патроны, экстремистская литература, пособие по вербовке и пропаганде радикальных идей ислама.